Я впечатлился, как сказать, работой с Димой на одной мастерской. Настоящий умный такой, интересный, классный. Поэтому я сделаю практически как он. Вот он прочитал стихотворение, спел песню. А я сделаю как он, только наоборот. Я сначала свою песню, а потом прочитаю стихотворение. Песня... Канадская народная песня. Называется «Авиня Хаха». Вольный перевод с канадского народного выполнен Виталием Калашниковым. Что еще? Канадское народное слово «Авиня Хаха» означает звук открывающейся и закрывающейся двери. Мужичок стучится в дверь. Авиня Хаха. Авиня, а бабенка говорит, чего ты хочешь, чего желаешь? Ох, мадам, я б так хотел войти. Бабенка в ответ. Так входи же, не робей, муж уехал в Пакистан. Столько мужиков, что входят, тут и входят. Столько мужиков, что входило, и нормально. Мужичок ввалился в дверь. Авиня, авиня, а бабёнка говорит, чего ты хочешь, чего желаешь? Ох, мадам, я б так хотел поесть. Бабёнка в ответ, кушай, кушай, не робей. Муж уехал в Пакистан. Столько мужиков, что едят тут и едят. Столько мужиков, что едят тут и нормально. Мужичок все в доме съел. Ай-я-ха-ха. Бабенка говорит, чего ты хочешь? Чего желаешь? Ох, мадам! Я б так хотел тут полежать. Бабёнка в ответ, так лежи же, не робей. Муж уехал в Пакистан. Столько мужиков, что лежат тут и лежат. Столько мужиков, что лежат тут и нормально. Лежался мужичок. Авиня, а-а, авиня, а-а. А бабёнка говорит, чего ты хочешь? Чего желаешь? Ах, мадам, я вас хотел поцеловать. Бабенка в ответ, ну так целуй же, не робей. Муж уехал в Пакистан. Столько мужиков, что целуют и целуют. Столько мужиков, что целуют и нормально. Мужичок поцеловал. А меня, ах, бабенка говорит, чего ты хочешь? Чего желаешь? Ах, мадам, я б вас хотел ласкать. Бабенка в ответ, ну так ласкай же, не робей. Муж уехал в Пакистан. Столько мужиков, что ласкают и ласкают. Столько мужиков, что ласкают и нормально. Наласкался мужичок. Авиня, авиня, а бабенка говорит, что ты хочешь, что не робей. Муж уехал в Пакистан. Хорошие, вы очень неплохие, но Л и Р родного языка вы в детстве перепутали слегка. И, слыша храм, вы повторили хлам. И ждали в хлам сошествия Мессии. Любезные, во хлам к вам не сойдет Господь. Вы хлеб сносили в хлеб, сливали кровь в денницы и рвали плоть с молитвой о любви. Вы спутали давать, сдавить. Вам удавиться легче во сто крат, чем удивиться. Я говорю, не спеться вам, но спиться во хламе на краи. Мне
мне велено сказать. И вот я говорю, что жизнь бессмысленна, увы, но хороша. Жизнь хороша. И каждое мгновение жизнь хороша, а больше не шиша, а там в конце и тело, и душа лишь прах и пар. И в этом утешенье. Утешься, мир! Нет в небесах отмщения! Но прежде, чем великое забвенье охватит мир, истерзанный до дыр, вам жрать навоз и гной цедить из рек. Утешься, мир! Нет в небесах отмщения! Здесь проклят человеком человек. И я недобр, и зла я не держу. И вы хорошие! Вы очень неплохие! Вы ждали в хлам сошествия Мессии. Вот я пришел. И вот я.